Татьяна Трофимова, 34 года, журналист. Спецкор прокуратуры, Следственного комитета и других правоохранительных органов. В этот раз она будет не просто рассказывать об их работе, а выйдет на дежурство в качестве стажера Росгвардии во вневедомственной охране. Это повод узнать, есть ли патриотизм в современной молодежи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я стажер во вневедомственную охрану. Хорошо, давайте вас попробуем. Конечно. Запрещено с собой ничего нет? Нет, с собой ничего. Давайте я вас проверю. Бронежилет. Когда на меня его только одели, я подумала, что я долго не смогу поучаствовать в этой программе, потому что он был очень тяжелый. Я подумала, ну, когда я устану, я реально скажу, все, я устала, я сейчас сниму бронежилет и без него буду участвовать. Ну, надо же дело до конца довести. И что, в этом можно реально двигаться? Да. В этом бегают. Я сказала, что это где-то 4 килограмма. И человек, который мне выдавал бронежилет, он подтвердил. Он сказал, да, вот примерно вот в этой категории. Угу, спасибо. Все, теперь можно идти, да? Да, можно. Отлично. Когда мы пошли на построение, мне было немножко некомфортно, потому что я никого не знала. Мне просто сказали, иди там, встань где-нибудь, где там другие построились. Я пришла, начала искать свое место. Я говорила, а можно я здесь стану? Сказать, да, где хотите, там и вставайте. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Вольно! Вольно! Начинаем инструктаж. И когда начал командир, сначала рассказывал про сводку российскую, южную даже. Я вообще выстрел в голове. Зачем нам знать, что произошло на юге нашей страны? Вот сейчас мы идем патрулировать, на патруль по городу Чебоксары мы идем. А он нам рассказывает, что там в южной части России произошло тот. И главное, такие частные случаи. Жена с мужем, там, когда гуляли по... Я вообще не поняла, я до сих пор не понимаю, зачем это было сделано, кстати. Основные статьи Федерального закона 226. Статья 18. Право на применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Части 3 и 5. Сержант полиции Кураков. Честь физической силы, специальных средств оружия. Обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается применение физической силы, специальных средств оружия, о том, что он является сотрудником военнослужащим войск Национальной гвардии. Господи, а если сейчас меня спросят, я же не знаю. Это было забавно. Я до последнего думала, сейчас вдруг он знает, как меня зовут, и ему сказали, он скажет, так там, стажер Трофимова, вот такой-то пункт, такая-то часть. И я такая, хорошо, что не спросил. Равняйся. Мирно. Приказ вступить на охрану общественного порядка, охрану объектов по договорам. Принесение службы строго соблюдать дисциплину, вежливое тактичное обращение с гражданами. Больно, по маршрутам разойтись. Разговаривали, какие приемы они должны знать, как должны реагировать. Они носят оружие, вот этот бронежилет, каска. Я говорю, девочки, как же с вами они вот работают? Им же, наверное, тяжело. И он мне сказал, что на патрулирование в основном девочек не назначают. Им дают более легкую работу. Там они выполняют работу дежурного, оператора. И мне стало еще интереснее. Я первая девушка, которая там отправилась в патруль в составе Росгвардии. Это круто. А что это такое? То есть вы всегда так забираете? Да. Как раз пока мы тоже ехали в машине с Сергеем и с Эриком, мы говорили о том, что есть у них такие объекты, которые они планово осматривают каждую свою смену. Им дают определенные маршруты, по которым они ездят. Как мне сказал опять же Эрик, из машины даже смотрят на 360 градусов, их голова поворачивается, что вокруг происходит. Сейчас мы хозяев не оповещаем, мы просто смотрим, да, квартиру?
То есть они едут на какую-то квартиру, которая находится на сигнализации, или там есть тревожная кнопка вызова, осматривают просто внешний вид, не разбиты ли окна, даже если не поступил сигнал, это просто плановый осмотр. Они прям проходят по лестницам, едут на лифте, им четко нужно знать путь прохода до этой квартиры. Вы, получается, сейчас напишите в своем рапорте или где-то изучили, и то, что лампа не видно сразу невооруженным глазом. Срочно, там вызов на Шумилова, по рации сообщили. И мы такие с мигалками, поехали по Чебоксарам. Не, преступление – это плохо, на самом деле. Там человек, видели, он меня поднимал, у меня… Люди, есть свидетели. Там упал, спотыкнулся, меня бросила, она и сейчас идет. Он меня хотел просто поднять, и все. Четверо били одного молодого человека. Мы сами не видели, как это происходило, а их патрульную службу вызвали жители дома на улице Шумилова. Вот этот сотрудник, который нам все рассказал, он пошел еще брать показания жителей, которые звонили. А у меня такой вопросик, а почему я должен давать данные? Во-первых, я не совершеннолетний. Сейчас сотрудник ПДН туда вызовем. Когда случаются такие события, я всегда думаю, как родитель уже, что бы могло произойти с тем, которого вот не заметили бы там жители, не заметили бы взрослые, не приехала бы Росгвардия, вот до какой степени они могли его искалечить, например, какой был бы результат. В тот момент уже весь этот ажиотаж, вау, мы там с сигнализацией быстро приехали на место, он прошел. И я уже, мне было как-то и жаль, и вообще было, в принципе, в целом очень жаль, что такое происходит. Как так можно сейчас бедные родители притащатся в участок, обеспокоенные, расстроенные? Это же на всю жизнь. В полицейском участке мы оставили всех этих ребят. А у меня была мысль в голове сейчас, каждый из них позвонит родителю, родственникам, сестре, тете, дяде, которым как-то надо сообщить, что ты находишься в участке, и тебя нужно забрать. Ну, это тоже на меня какую-то печаль такую вызывает. Ну, то есть наша задача была просто их доставить сюда. Я ему говорю, слушай, ты дрался в детстве там. Он говорит, ну да, там все же мальчики дрались. И водитель Сережа тоже говорит, ну да, конечно, бывало все. Но там же надо, чтобы у тебя были какие-то принципы все-таки, не переходить границу. Сейчас у меня уже в голове четко есть Росгвардия, такая структура, в которой есть разные отделы. Я точно уже знакома с отделом ОМОНа, знакома теперь и с отделом вневедомственной охраны. Сегодня прям я четко поняла, что это люди, которые, возможно, и не раскрывают какие-то глобальные преступления, не ведут там расследования по каким-то там невероятно ужасным преступлениям, но они делают такую работу, возможно, такую заурядную, но из этих мелочей складывается комфортная жизнь каждого горожанина. То есть они следят за правопорядком на наших улицах, за нашим спокойствием. Такую профессию выбирают патриоты, которые действительно любят то место, где они живут, потому что они о нем заботятся, так или иначе. Они заботятся о спокойствии жителей местных, они заботятся, даже вот мы не знают хозяева квартиры, например, что Росгвардия проезжает там каждую ночь или и проверяет их квартиры. Те, у кого на сигнализации находится. И вообще просто патрулируют по улицам и смотрят, ни у кого ли не украли велосипед, никого ли там не избивают в соседнем дворе. И в садике тоже родители там живут со своими детьми дома, и никто же даже в голову, мне кажется, не придет подумать о том, что каждый садик, он находится, ну, то, что тревожная кнопка в каждом садике есть, это все, конечно, знают, но то, что ночью просто без вызова приезжают сотрудники Росгвардии и обходят это здание, проверяют, чтобы там ничего ужасного на территории не происходило, мало кто об этом знает. В журналистике есть патриотизм. Мы рассказываем людям о том,
как мы живем. И рассказываем не только людям, которые живут в Чувашской республике. Нас смотрят в целом в России сейчас, возможности позволяют. И даже за рубежом. А вот они не могут, например, приехать. То есть они с такой теплотой отзываются. Поэтому в журналистике точно есть патриотизм. В моей журналистике точно есть патриотизм, я думаю. Потому что мы любим свой край. И это отношение проявляется в нашей работе. Мы рассказываем не только новость как факт. Вот произошло там что-то плохое. Заболели люди, здесь забастовка или еще что-то. Мы рассказываем и хорошие новости. Мы рассказываем о людях, которые работают на заводе, о людях, которые работают в деревне, о фермерах, благодаря которым мы там все едим экологически чистые продукты, о предприятиях, которые дают нам тепло, воду, энергию. Ну, вообще, о самых разных вещах, где мы освещаем и хорошие новости, чтобы люди знали, что вот это у нас есть, и этим надо дорожить. Как-то так.